Наша служба дела. Появился сотрудник ТПС. Здравствуйте, уважаемый! Извиняюсь, каким ветром к нам? Решили деньжат позаработать? Неужели вы думаете, что в этом городе кто-то пьяный за руль садится? Думаете, вам повезет? Кстати, друзья, а кто к нам приближается с другой стороны? Да это же настоящая бабка Ёшка! Куда спешите? Интересно, остановит бабушка? Ты смотри, остановил. Вы в курсе, бабушка вообще скоростной режим не нарушала? Или вы думаете, она пьяная на метле? Послушайте, у вас есть какие-то вопросы к бабе Ге? Перед вами малыш, это ее личный адвокат. Все вопросы к нему. А вы зачем в него заболели? Бабушка злопамятная, она будет мстить. Ох и баба Яга! Все, вали бабушка, вали бабуля! Друзья, давайте! Пьяный, думаете, за рулем, да? Не уверена, да, как-то ехал? Ты, Силочка, в виде фуражки. Трезвый? Непонятно, да? Все-таки думаете, наверное, пьяный. Это что, 1000 рублей? 2000? Возьмете? Нет, ты смотри, какой честный, а. Уважаемый, по-моему, машину угнали. Послушайте. А как вы докажете всем нам, что водитель действительно злоупотребил алкоголем? А что происходит? Он его что, к машине привязал? Вы серьезно? Это что, какие-то новые поправки к правилам дорожного движения? Вы не шутите? Да ладно! Вы серьезно? Итак, друзья, ваша парень в роли нарушителя...